за мужиков, за китайских. Ура! Ура! Что я вас увидела? На你们俩要说英语呢？ 别忘记，今天我们俩一起出门玩玩，不带爸爸。嗯，爸爸在上班。对，爸爸在上班，我们在玩。哎，我从这里走。今天的晚餐我们就出了。 На, Наташа, ты посмотри, сколько я бухлана сегодня приготовила. Я в одного это должна пить? В одного? Я могу тебе помочь. Как? Ртом. Так, так, так. Сосиски, это мы все любим. Девочки все любят кушать сосиски, да? О, я очень обожаю сосиски. Сосиски это прям, это вот все вообще в моей жизни. В моей тоже. Сосиски, что вообще мы женщины делали, да? Я тоже люблю сосиски. Катя, ты любишь сосиски? Катя не видно. Сосиски, еще огурцы, правильно? Катя, а ты больше любишь сосиски или огурцы? Я и то, и другое. Так, сегодня мы делаем кукси с русским акцентом, наверное, да? Это прям корейская-корейская или чуть-чуть с русским акцентом? Чуть-чуть с русским акцентом. Чуть-чуть, да? Да. Так, ну когда это... Ну это... Кипиш-кипиш такой. Эту... Кого? Кастрюлю. Эту хрень подогреть? Ты про большие размеры чего? Кастрюли. А, кастрюли большие размеры. А то они говорят, у нас большие размеры. Я и думаю, чего? Они говорят про кастрюли. Капец, мое видео, наверное, оно не пройдет это. Они его не смогут выложить. Ты серьезно? Не знаю. Когда так много таких шуток, да? Да, ну хорошие шутки. Еще Иван обрежет. Так, тут вот мясо, яйца, огурцы. Моей бабушке сегодня 75 лет. Сказала, чтобы обязательно пухнули за нее. Обязательно выпьем. Обязательно. Да, а сегодня у моего племянника тоже день рождения, 2 года. О, нифига в себе. В один день. Как у нас столько поводов, девочки, сегодня в говно. Просто в говно. Вам можно, да. Там, где Лянга, ищи, ходю. О, же нам канка. Пуцанью. Не, че там нам сему. Сему, тиду хэм. Ща. Ой. Опять сосиски. Сосисек много не бывает. Не говори. Ну это прям такие нормальные. Красивые. Поджаристые. Еще должна быть курица. Не многовато ли для нас троих девочек? Девочки отдыхают. Один тебе? Я правда ничего не покупала. Да ладно? Спасибо. Это покупалось, пока ты еще беременна не была. Сорян, если плеванешь на запах. Нормально. Да хотите. Тебя я на массаж водила. А это тебе, я не знаю, ты будешь там спасибо. Пользоваться, нет? Пускайтесь, кушать! Очень чудо. Капец вкусный огурец. Вот так-то вот. Не получится. Давай. Так. Вот так вот мы открываем. Подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Держи. Держи. На, снимай. My God. Ну все. Ничего, оно белое. Если бабахнет, то не видно будет. Обрадовала. Тебе не кажется, что что-то как-то? Она это. Вы нашли. О, штопор нашли. Ура! Это профессионал. Нифига себе, фига. Себе.
Вот так-то вот. Так. Тут дети кушают. Так-так-так. Так-так. Типа я пью вино. Вкусно пахнет. Это что, это чтобы было, главное, все было миллиметр в миллиметр? Ты думаешь, ничего с катертью не будет? Да нет. Не знаю. Я думаю, ничего не будет. Ух ты, или туляшечки. Вот это вот поляна. 8 марта. А, за права. За бабушку. За бабушку, за твоего племянника. Яника. Ура! Давайте, девочки, за нас. Давайте. За нас, давайте, за вас. За девочек и за папа. Да. Все-таки говорю, как хорошо в Китае тут, да? Неплохо. Ничего делать не нужно, да? Вот вышла бы замуж за успеха. И вставала бы в 5 утра, дворы подметала бы. А вот тут бухаешь, вон, пьешь и... Короче. И мужа того ждешь, любимого. Муж на руках носит. А кисточка чав, чав, чав. Все, готово. Нормас. Да, еще чуть-чуть. Да? Я-то думала. За мужей, за мужей. За мужей, давай. Ладно. Второй. Между первой и второй промежуток. Небольшой. Да. Как раньше мне говорили, вот этот, выйдешь замуж за китайца. Я говорила, не выйду замуж за китайца. Китайцы все думают, что наши все хотят за китайца замуж выйти. Кто-то хочет, кто-то нет. 20 лет. Я говорила, нет. 20 лет. Нет! Вот, за китайца. Вот в конце за китайца. А теперь у меня мира гобля. Ну и меня вам отдавить, и у тебя. А видели прикол, короче, сейчас в этом самом? Консульство заставил переводить этим. Фамилии? Нет! Нет! Отчество! Мать моя, Дзюфина Ильична! Там, короче, капец! Там а у меня у Давида есть отчество Ван Давид Янович? Нет! А мне повезло! А прикинь какой-нибудь! Там сейчас в консульстве сказали переводить отчество. Нет, там. Ну, как мне предлагали? Та-та-та-та-та-та-та и лава. Лена моей Дюкайна. Да, прикинь, я Дюкайна. И девчонки говорят, самое простое, это повторите, пожалуйста, по слогам, Россия. А я когда говорю, лучше сами напишите. Это просто. Ну да, для китайцев наше отчество очень длинное, а для нас китайское отчество тоже не длинное. Да, они вот мне в правах, Лея Екатерина, там слово еле вписалось. Лея Екатерина, да? Ой, ну все, давайте за мужиков, за китайских. Ура! Ура! Работай, работай! На руках носили пробовать?